Еще одна детская площадка совсем скоро появится в Первомайском округе. В прошлом году дворы рядом с домами 20 и 22 по улице Достоевского были капитально отремонтированы. Здесь обновили проезды и тротуары, починили лестницы. А этим летом по просьбе жителей по принципу муниципально-частного партнерства устанавливают игровой комплекс. Рабочие столкнулись с трудностями. Из-за скалистой местности приходится работать отбойным молотком, чтобы установить спортивные тренажеры, песочницу и качели. Хотелось бы, чтобы жильцы берегли эту площадку. Потому что мы, к сожалению, видим такие моменты, что не всегда это соблюдается. А потом это же деньги, это силы, люди стараются. Поэтому я думаю, что этот уголок станет очень таким наполненным детьми, как мы видим в ряде различных районов нашего города. Ну, сейчас даже у нас в Первомайском районе. Конечно, площадки нужны детские.